Альхамдулиллях, сегодня вот пятница, все братья идут на намаз. Ребята, делайте дуа, ставьте лайки, распространите ролик. Иншаллах, наш мечеть в городе Перми, альхамдулиллях, строится. Кто хочет помочь, досматривайте ролик, чтобы не мучились вот так. Иншаллах, скоро наш мечеть там будет готова. Обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом, досматривайте ролик до конца. У этой девушки рак, она сейчас находится в Екатеринбурге, приехали они с Узбекистана. У нее двое детей, пожалуйста, кто чем может, давайте поможем. У нее операция и на лечение, нужно очень много денег. И то, что муж зарабатывает в России, все уходит на пропитание, на лекарства. И также снимать квартиру, досматривайте ролик до конца. Мен Саида ва гузал, ёшим 29. 2,5 йилдан бери саратон касали билан даволанаман. Илтимос сизлардан ёрдам беринглар. Ёрдамларингизни аямайлар, жуда ҳам қийналиб кетдик. Шароитимиз йўқ. Жуда-жуда аҳволимиз оғир, қийналиб кетдик. Илтимос сизлардан ёрдам беринглар. Жуда кўп даволандим. Кўп мурожаат қиляпмиз. Iltimoslardan yordam beringlar, yordamlaringizni ayamanglar. Mana doktor qog'ozlarim, ishonmaydiganlarga. Judayam qiynalib ketdik, iltimoslardan yordam beringlar, yordamlaringizni ayamanglar. Judayam qiynalib ketdik. Davolanish uchun sharoitimiz bo'lmayapti. Mana shu azizjon akamdan iltimos qilgan edim. Alloh rozi bo'lsin. Judayam ko'p yordam beryaptilar. Iltimoslardan yordam beringlar. Yordamlaringizni ayamanglar. Hammalaringga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Iltimoslardan. Mana shu ikkita go'dagim uchun yordam beringlar. Я ему дам 10 мазалалия. Я ашхаду ан ла илаха илля аллах. Ашхаду ан ла мухаммадан расулуллах.